все такое пухнастое. С той поры, как я тут была, все повырастало, залопушилось. Прямо так взять бы и как собачка побегать по этой траве. Пахнет все. Всем привет! Я тут устроила лежбище прямо при дорожке. Шла-шла с порошком, короче, стиральным. Просто у меня такой костюм, рваные коленки. Я такая сижу, как будто бездомный какой-то. Ну, он сейчас вам покажу. Модный костюм этот. Ну, просто так устала, так жарко стало вообще. У нас очень, очень тепло. Захотелось просто упасть под дерево. А в жабке мне надавали бесплатного, ну, там, по акциям, короче, маленькая кола. То я себя открыла, сейчас допиваю и иду домой. Сегодня выходная. Так хорошо на улице, что не хочется помещения. Вот это, наверное, сделаю массаж. У меня массаж по плану. И, короче, пойду где-то в кустах завалюсь и буду загорать. Вот так вот. Забываю все время, что надо вот сюда смотреть, в камеру. Где-то, о, сюда. А я смотрю туда, в сторону, типа на себя. Вот такое. И забываю, что хочу розмовляти українською мовою. Бо це вже не смішно, бо я зрозуміла, що своя мова віддалилася, і це неправильно. Для того я стараюся згадувати, і якщо згадала, то одразу розмовляти по-українськи. Бо я можу і хочу розмовляти по-українськи, але настільки звикла розмовляти російською мовою, що це капець. Дивно дивитись в камеру, а не на себе. То так у нас пташки тут співають. Зробила желатин, ну, желе. То клубнику туди. Це вишньовий, ківі, в чашці тут, і персиковий. О, можна все додати сюди. Це манго. Прикольно. Це манго і щось ще там. А це сюди. Воно розмокне. А то я думаю, куди його примінити? Воно так уже позасихало. Прикольно. Ой! Згубила. Все. Зараз воно розтане. Набрякне, розмокне і буде супер. А це сюди. Ось так. Захотіла желатину. Немножечко.